Яблони разных сортов и абрикосы – именно такие плодовые деревья сейчас сажают ребята. Все они занимаются в объединении «Юный садовод» детского эколого-биологического центра. Сажали яблони, ухаживали и аккуратно, главное, посадить, чтобы корень плод не погиб. Но планируешь дальше вот таким делом заниматься? Да, озеленять, вот, косить все это. Как бы с этим моя профессия связана будет. Ограниченные возможности здоровья не мешают им быть отличными садоводами. Большинство ребят учиться в колледже, чтобы получить профессию рабочей зеленого хозяйства. Что дальше хочешь в будущем? Огород копать. Да. Можно трактор будут пахать. Ну, у меня есть тракторок такой, китайский, маленький такой. Потом на мотоблоке пахать, на тракторе советском, Т-40, сеять картошку. Акция «Цвети наш сад» посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Участники мероприятия говорят, что каждое дерево – символ памяти и благодарности нашим ветеранам. Ребята планируют в дальнейшем ухаживать за аллеей памяти. Они сами сеяли сеянцы, затем они пололи, поливали, ухаживали, прививали. И вот уже сегодня был результат их работы. То есть они уже саженцы свои однолетнего возраста высаживали вот на наш учебно-опытный участок. Затем они в дальнейшем будут за ним ухаживать, наблюдать. Ну и я думаю, что и убирать урожай. Всего участники высадили 15 яблони, 2 абрикоса. Рядом с каждым деревом установили таблички, на которых написали, что за сорт был посажен. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».